Добрый день, уважаемые магистранты! Мы продолжаем курс лекций по дисциплине методологии магистерского исследования. И сегодня мы с вами рассмотрим лекцию номер 5, которая называется «Сбор научной информации». Назначение нашей лекции состоит в том, что мы должны понять, что понимается под информацией, научной, учебной информацией, каковы источники этой информации, как проводится анализ научной информации. Дело в том, что информация – это область знаний, которую в настоящее время трудно переоценить. Еще в свое время великий американский банкир Натан Ротшильд сказал: «Кто владеет информацией, тот владеет всем миром». В сегодняшнее время специалист может успешно работать в какой-либо отрасли экономики, осуществлять научно-технический прогресс только в том случае, если он будет обладать запасом знаний, теми знаниями, которые накоплены до него мировой наукой и всеми предшествующими поколениями. Фридрих Энгельс, это великий немецкий ученый-экономист, в свое время сказал, что закон ускоренного развития науки состоит в том, что наука движется вперед только пропорционально массе знаний, унаследованных от ее предшественников. Любые знания, они, конечно, основаны на информации. Сейчас для собственного развития, для достижения каких-то результатов любой отрасли можно использовать информацию и из журналов, из газет, и научную информацию из различных диссертаций, учебников и так далее, и так далее. Таким образом, мы переходим к рассмотрению вопросов нашей лекции. Сегодня в плане лекции у нас 4 вопроса. Основные источники научной информации, понятие и вид научного издания, анализ научной информации и 4-й вопрос – типы и виды учебных изданий. Начнем. Начнем с того, что понимается под научной информацией. Научная информация – это логически организованная информация, получаемая в процессе научного познания, это отображающее явление и законы природы, а также общества и мышления. Источник информации – это документ, содержащий в себе какие-либо сведения. Документом можно относить различного рода издания, являющиеся основным источником научной информации. Что же такое издание? Издание – это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший как редакционно-издательскую обработку, полученную печатанным или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленную и имеющую выходные сведения. Все документальные источники научной информации делятся на первичные и вторичные. Первичные – это непосредственно результаты научных исследований в виде монографий, сборников научных трудов, авторефератов, диссертаций. Вторичные документы – это результат аналитической и логической переработки первичных документов. Второй вопрос нашей лекции – это понятия и виды научных изданий. Научным считается издание, содержащее в себе результаты теоретических, экспериментальных исследований, а также научно-подготовленные публикации, исторические документы. Вы должны помнить, что ваша итоговая работа, магистерская диссертация для научно-педагогического отделения и научный проект для профильного отделения – это ваши научные издания будут, потому что в них будет заключено как раз количество теоретических, экспериментальных каких-то выводов. Причем для магистрантов научно-педагогического направления в большей степени будут теоретические выкладки, в большей степени будут результаты научных исследований, предвидений и так далее. Для магистрантов профильного направления обучения магистерский проект будет носить более прикладной характер, да, основанный на экспериментальных исследованиях. Но в любом случае и для магистрантов научно-педагогического направления, и для магистрантов профильного направления ваша итоговая исследовательская работа будет считаться научной. Виды научных изданий – монографии, автореферат диссертации, препринт, сборник научных трудов, материалы конференций,
тезисы докладов, конференций, просто тезисы бывают, научно-популярное издание. Разберем немножко их поподробнее. Что такое монография? Монография – это научное или научно-популярное книжное издание, содержащее в себе полное всестороннее исследование одной из проблем или темы, целой темы, которая принадлежит одному или нескольким авторам. Автореферат диссертации – это научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемый на соискании ученой степени. По сути дела, автореферат – это такое мини-краткая сжатая диссертация. В нем раскрываются цели исследования, задачи, основные выкладки, методы исследования и, в общем, итоги полученных результатов. Препринт. Препринт – это тоже научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет самого издания, того издания, в котором эта публикация должна быть помещена. Сборник научных трудов. Это сборник, содержащий исследовательские материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ по той или иной теме. Очень близко к виду этого научного издания, сборника научных трудов, являются материалы научной конференции. Это научный непериодический сборник, который содержит итоги научной конференции и результаты того или иного события в виде программ, докладов, рекомендаций и различных решений. Тезисы докладов или сообщений – это тоже научный непериодический сборник, который содержит в себе опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера – аннотации, рефераты, доклады или иные сообщения. Еще один вид научного издания, оно называется научно-популярное издание. Это издание, содержащее сведения о теоретических или экспериментальных исследованиях в области науки, культуры, техники, изложенные в форме, доступной читателю, не специалисту. Примером является электронная библиотека Library, в которой любой из не специалистов, любой из, так скажем, человек, желающий поинтересоваться в той или иной степени, он может посетить эту библиотеку и почерпнуть там любые совершенно сведения. От публицистических до научных. Третий вопрос нашей лекции – это анализ научной информации. Естественно, научная информация, она у нас собирается и классифицируется по различным признакам. Вот. И для того, чтобы каким-то образом эту информацию систематизировать, естественно, происходит ее анализ. Он происходит после того, как все данные собраны и обработаны. И после этого как раз начинается отток той информации, которая не нужна, и сбор той информации, которая необходима. После анализа информация классифицирует по таким признакам. Актуальная информация. Это информация, имеющая значение в данный конкретный момент. Достоверная информация. Эта информация получена объективными методами, которые не содержат в себе никаких искажений. Понятная информация. Это информация, которая передается в таком языке кодирования, который понятен самому адресату. Полная информация. Информация, которая передается адресату в полном объеме для принятия серьезных стратегических решений. И, наконец, полезная информация. Это информация, степень полезности которой определяется самим конкретным субъектом, для которого информация эта была послана, и который должен использовать ее по назначению. Переходим к четвертому вопросу. Да? К четвертому вопросу. Типы и виды учебных изданий. Что же представляет собой учебное издание? Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения, и рассчитанные на учащихся разного возраста и степени обучения. Типы и виды учебных изданий. Все учебные издания, они классифицируются по типам и по видам. Значит, вот в данном слайде черным шрифтом выделены типы учебных изданий, под строчным выделены виды учебных изданий. К типу учебных изданий относятся обучающие издания, которые классифицируются по видам на учебники, учебные пособия, конспект лекций. Следующий тип
учебных изданий – это учебно-методические издания, которые классифицируются по следующим видам – методические указания, методические руководства. Следующий тип – это вспомогательные учебные издания, которые классифицируются на практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии, книги для чтения. И последний вид, тип учебных изданий – это программно-методические учебные издания, которые классифицируются по таким видам, как учебные планы и учебные программы. Теперь мы более подробно разберем с вами виды учебных изданий, которые были представлены в слайдах высших, в слайде 17 и 16. Итак, первый вид учебного издания – это учебник. Учебник – это учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, всех его разделов и частей, и соответствующей учебной программе, официально утвержденная в качестве данного вида издания. Учебное пособие – это вид учебного издания, который, в общем-то, имеет большое значение для обучающихся. Учебное пособие – это издание, дополняющее или частично заменяющее учебник, оно официально утверждено в качестве данного вида издания. Конспект лекций, как вид учебного издания, это краткое изложение или краткая запись лекционного материала. Следующий слайд. Практикум. Вот касательно вот этих двух видов учебных изданий, практикума и сборника задач и упражнений, собственно говоря, это немножко очень похожие, в чем-то дублирующие учебные издания, дублирующие друг друга. Практикум – это особый вид учебных занятий, имеющих целью практическое усвоение основных положений какого-либо предмета. Здесь практикумы тоже могут быть даны методические рекомендации и более конкретно рассмотрены на примере какой-то задачи, как она решается, и последующие примеры приведены в соответствии с вот аналогом уже решенного выше примера. Сборник задач и упражнений – это тоже прилагаемый набор различных заданий для лучшего усвоения лекционного материала, но, как правило, это уже без как бы рассмотренного практического примера. Следующий вид учебных заданий – это уже учебные издания, вернее, методического плана – это учебный план и учебная программа. Учебный план – это документ, определяющий состав учебной дисциплины, изучаемую в данном учебном заведении в течение всего срока обучения. Учебная программа – это также созданный в рамках системы обучения документ, определяющий содержание и количество навыков и знаний, которые подлежат обязательному усвоению программы или дисциплины в ВУЗе или в каком-то другом учебном заведении. Таким образом, мы сегодня с вами ознакомились с понятием научной информации, с понятием и видом научных учебных изданий. А на следующей лекции мы с вами продолжим вопросы касательно этой лекции. На сегодня у нас все. Всем спасибо. Всего доброго.